У нас сегодня будут представлены на заседании инвестиционного совета новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в Череповце. Очень хорошо то, что такие проекты появляются, причем все они прошли уже предварительное согласование, имеют экспертную оценку. Оксана Адольфовна, прошу представить проект. Индустриальный парк Череповец – это парк с чистыми технологиями, которые у нас находят резиденты, что они сегодня и подтверждают. Ну и в рамках вот этого указа мы должны будем, естественно, контролировать, ну и соответствовать, резиденты должны этому постановлению. А скажите, вот окупаемость, как я понимаю, заявлена там 6,5 лет, это за счет вот именно оплаты услуг, да? Не прорабатывалось для резидентов-то вот ваши услуги, сколько это будет? Вот, и мы предполагаем, что именно не за счет жителей логистцентра будет окупать себя не за счет сдачи помещений в аренду во многом, а за счет собственной деятельности. И хочу сказать, что вот здесь на схеме объекта 10-й пункт, торгово-выставочный павильон, 3000 квадратов. Это опять же мы берем опыт финских наших партнеров, вот, которые помогут нам это организовать. Мы сегодня, у нас это договоренность есть, с тем, чтобы оптово-розничное звено здесь. Все, что касается строительства домов и зрения конструкции. Да, принять к реализации инвестиционный проект путем утверждения профиля инвестиционного проекта, с которым члены инвестиционного совета ознакомились. Кто за? Прошу поднять руки. Кто против? Воздержавшиеся. Шлак доменный применяется во многих странах Европы, имеется опыт применения его сейчас на данном этапе. И если исходить из сухих цифр, то не меняя свойств товарного бетона, мы можем уменьшить его себестоимость порядка 10-15% в зависимости от количества добавления шлака. Понятно, что это не отходы, несмотря на то, что мы под лозунгом экологического года, да, выходим на этот проект, тем не менее, но в отвалах он у них присутствует, так как у них производство, да, вот этого шлака фракции 0,10 порядка миллиона тонн генерирует доменная печь, то есть, соответственно, он у них образуется в отвалах естественным образом.